второй рой с неплодными матками, походу. 3 дня назад сюда садился также. Рой второй с неплодной. Вернее, 4 матки неплодные было. 4 матки вышло. Видно, и тут будет. То, что погода не позволяет, и выходит с задержками. Ай, крапива жарится. Пчелы не кусаются, но крапива кусается, да. Где-то тут, наверное, матки на земле будут. Наверное, бьются. Все вокруг пчела, пули облеплены, троевня облеплена, все и на стволу, маток целая куча. Нам Сашка рыбать со ствола. Вокруг пчела особо не собирается садиться на место. Что-то кусает. А. Пыталась за руку жигнуть. И так вот по чуть-чуть сгонять со ствола. Хай садятся в это, в районе. Это второй рой должен был выйти на 9-й день. Выходил 28 апреля, 29 кажется. А у нас уже сегодня, наверное, 16-е, кажется, сегодня апреля. Или даже 17-е, воскресенье. Ой, мая уже. Апреля, говорю.
ошибся. Сейчас у нас уже май 16, точно не знаю, или 18. А первый рой выходил, это у нас получается, да, это роевые, они не кусаются, если не выпил. Шел человек на работу мимо. У нас тут дорожка проходит по схозу улицы. На цех деревообрабатывающих. Он без графика работает и по субботам, и по воскресеньям. Сегодня воскресенье у нас. Цех без графика. Ну а люди как уже скажут. Так тоже работаю. Говорит, не покусаю. Пчелы роевые. Особо не кусаются. Хотя уже с задержкой я вот прорвался. 29 апреля выходили. Сегодня уже у нас воскресенье. 16, кажется, мая. Если посчитать на 9 день, то надо, чтобы вышли рой второй уже 8 мая где-то. Почти 9. Короче, уже пересидели неделю. Так что маток тут богато будет. Потому пчелы эти пошли землей. Так, землей, низко над землей. Да и погода такая холодная ночью. Сейчас ветрено. Немного, то понад землей второй рой пошел, не сел наверх. Там улей облеплены. А тут вся земля, вот видите. Пчела, земля, трава, это вокруг кусты позаросшие, все в пчелах. Позавчера выходил рой с соседнего улья, там первак был где-то 3 мая, тоже пару дней назад только вышел второй рой, было 4 матки. Я через решетку их профильтровал, одну оставил, где лучшую, такую посветлее. То, что серые в основном были. И обратно высыпал. Тут второй рой с маткой неплодной. Там уже, как бы сказать, в этом году роения, думаю, не будет. Ну, а это вот с этого улья позже выходил, но... То есть раньше рой выходил первый, но вторак вышел позже, чем с того, что раньше первый, то есть позже первый, а раньше запутался, короче, да. Короче, с того, что вышел рой первак 29 апреля, вторак вышел, вот второй рой, можно сказать, 16 мая, а с того, что 3 мая первый вышел, второй рой вышел пару дней назад, это у нас было 14 где-то мая. Короче, поменялись они местами. И вот в том втором было 4 матки. И в улье еще маточников сорвал, наверное, с десяток с матками, когда перебирал. Погода у нас сейчас переменчивая, ночью заморозки были неделю, ну какую неделю, дней 5 назад. Даже трава некоторая подморозилась на огороде, картошка подморозилась на поле там. Ну а тут вот раи идут, сегодня солнечная такая погода, облачность переменная. Собирался на рыбалку. Ну так как вчера прослушивал, пищали матки в угле. А, бросаться начали. А перед этим салатика с лучком сейчас съел. То им не нравится. Опускаем рукава. Уже со ствола почти сошли. О, дупло полезли.
Дупло небольшое. Липу спилили, электрики линию новую вели, провода вот. Спилили липу. Ну, липа не старая, годов 10 ее было. Я и не бачу, что тут дупло. Может, они тут и садятся из этого дупла вообще. Вон. Ну, там дупло такое, щек буквально. Ну, пчел инстинкт. Никуда бы не дупло, но дупло, даже маленькое. Слышно, там пчелы гудут. Я-то думаю, что вторые раи все садятся сюда, вот. В дупло-то побежали. Наверное, матка где-то зашилась. То, что она не одна тут будет. Интересно. Спиленная липа образовалась дупло, и туда пчелы лезут. Вот видно, вентилируют даже, зовут. Где-то матка там, наверное. Ай. Подую туда. С запахом мускада. Так повылазит. Ладно, хай бегает там. Ерунда. Сейчас кулак дупло маленькое. Пчел. То, что короткое, так не нравится им листиной, что нету. Позагоняю. Хай слетает на землю. Ой, так их там сидит троху. У дырки богато. Хорошо облюбовали, наверное, эту липу из-за дупла. Так, вот маленького, ну, дупла. Так. Вот сколько пчел там. Выкуриваем, выгоняем. Загребаю куда. Вот и бар. Повзлетаю еще. Уже с земли посходили, тут сидели. О, пошли в дупло это. Пошевелю, так они туда поперли. Останется тут жменя пчел, да будут жить, короче, наверное. Или дымокурицы запалить, да выгнать их. Наверное, надо дымокур палить. О, пошли, пошли туда. Что там за дырка, я не знаю, сейчас проверим. Веточкой. Ого, одно маленькое. А там пчел куча сидит, даже вот, слышно по ветке шкрабы. Пытаются укусить ветку. Не нравится им, я что млажу. Сейчас надо сгоняю троху ищей. Да пойду за дымокуром. Распаливать надо. Выгонять с той дырки пчел всех. То останется 20 штук. Но видно, там матка есть тоже. И у районе будет, наверное, пару. Потому что задержка уже почти 10 дней. Неделю то этот будет точно максимум неделя. Даже больше. Не меньше. То там уже маток тоже, походу, куча было в улей. Если вышло штуки 4, даже 3 матки, то по-любому где-то туда, наверное, залезло по стволу. Не сходится мне от этой дырки. Еще и мне нравится, что грыбут. О, видно, там пчелы. Я их по чуть-чуть сейчас повыгоняю. Ай, матка сидит сама там. Не особо то хочется вылазить. О.
Там знать, что они тут садятся на липу. Из-за дырки у липи. Может, еще и не одной. На той стороне еще что-то там. Позабегали на той бок ствола. Уже сюда третий рой садится. Один я был на рыбалке. Сюда вот сел, сзади, снизу. Позавчера сюда один тоже сел. И это вот второй. С трех ульев в одно место. Понравился им этот пень. Его электрики отпилили, он повторно до проводов дорос. Толстые уже ветки у липы были. С пня побеги пошли. Отпилили, это опять пошли. Вот видно, отпилили пенек. Это уже повторно. Первый раз дерево спилили, потом эти вот побеги спилили. Уже года 4-5 было. Может, меньше. И опять побеги пошли. Было даже, я упал с этой его, с ветки. Я у нее вместе сломалась. То, что не просто к стволу сидела. Ну, а видно, в эту дырку все и лезут они. Там матка залузалась. Сейчас будем выгонять ее. Хорошо. Снимать я это уже не буду. Уже рой почти сел весь. Так что пойду возьму дымокур. Выгоню оттуда пчел вместе с маткой. Чтобы в раевню заходили. Закрою раевню. И надо будет перебрать семью, с которой вышли. Убрать все маточники оттуда до одного. И обратно высыпать этот рой с матками. Уже можно сказать, после того, как после второго роя перебираешь семью, уже она роиться не будет. Потому что матка молодая. Ладно, буду заканчивать я. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Пойду лимар полить да выгонять с этого дупла пчел.